Укольчик выходного дня. Правительство Ивановской области приняло решение превратить разовую акцию по вакцинации детей в воскресенье в еженедельное мероприятие. В течение месяца у школьников будет возможность сделать бесплатную прививку от гриппа в своем учебном заведении. Контролировать процедуру Департамент здравоохранения приглашает родителей. Напомним, прививочная кампания этого года стартовала с начала сентября и обещает быть очень масштабной. От Министерства здравоохранения в регион поступило указание до середины ноября привить 40% населения региона, а это 438 тысяч человек, больше 80 тысяч детей. Вакцинация – это единственный способ защититься от вируса гриппа, потому что только она дает стойкий иммунитет. Ежегодно у нас вирус гриппа мутирует или бывают разные штаммы, и это учитывается при закупке вакцин. На прошлый год у нас было 4 смертельных случая, и мы надеемся, что в этом году, благодаря большой цифре вакцинации и благодаря большой закупке, федеральной закупке вакцин, мы этой цифры избежим.